теперь супер аттракцион, я ищу путь назад к своему месторождению, которое нашел. Нашел очень неплохое месторождение. Так, вот здесь мы не останавливаемся. Это у нас на просторах шахты. Не факт, что это здесь. Нет, это не здесь. Вот этот вопрос ориентирования, он, конечно, стоит достаточно остро. Что мне кажется, вот сюда. Нет, наверное, нет. Подожди, погодь. Эта лестница у меня куда ведет? Ой, блин, ребят, не туда. Это явно не туда. Так, здесь смотрим. Нет, это у меня тут балкончик. Это явно не туда. Так, меч, кстати, меч. Меч-то у меня с собой, это прекрасно. Мечом мы сейчас добудем ниточку. Нитка нужна нам будет, потому что будем делать удочку. Вот, вот это у нас сквозная лестница. Матерь ее. Может быть, вот сюда пойти? Нет, не сюда. Надо было запоминать дорогу. Что тут сказать? Так, а вот это что? Стоп. А, вот, я нашелся. Отлично. Отлично, отлично. Вот здесь большое золотое месторождение. Сейчас соберем. И руда тут еще железная. Куда-то задевалось мое золото, но я полагаю, что оно наверху. А, да, 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 оно и есть наверху, потому что наверху я делал рельсы. Вот из этого камня я не знаю, что-то он, по-моему, красивый, но бестолковый, насколько я понял по роликам в интернете. Ну, все равно возьмем, естественно. Ну что, все, выбрал я железную руду. Давай теперь вот здесь редстоун все-таки. Он, видишь, светится, да? Ведь это точно, он светится. Ну и продолжаем наш туннельчик. Сюда бросим еще свет. Может, что еще интересное добудем, я не знаю. Так вот просто наугад. Нужды в этом никакой нет, потому что основная у меня сейчас задача уже с тем, что есть, понимаешь, работать. У меня и так уже раскопано дофига. Не знаю, что это даст. Знаешь, что даст? Слушай. Даст вот что. Я это потом сделаю лестницу. Давай мы ее уже сейчас и начнем делать. Посмотрим, куда здесь выход будет. Слишком далеко отходить не будем. И начнем делать лесенку. Вот так. Вот так. Будет у нас тут прекрасная человеческая лесенка. Чем я очень доволен. Слушай, у меня тут гроза начинается, что ли? Подожди-ка. Сегодня, блин, жаркий день. Сумасшедший. Так. Выходим. Да, слушай, что-то как будто гремит. Вот ведь. Так, ребят, короче, в следующем видео.